В Великом Новгороде завершился конкурс «ТЭФИ-регион» по направлению информационное телевещание. За победу боролись более 200 участников. Жюри сделало свой выбор и сегодня вручило дипломы финалистов лучшим журналистам. В финал вышли 24 работы региональных телекомпаний в 8 номинациях. Лидерами новгородского этапа конкурса стали представители Поволжья, Урала и Сибири. Они заняли большинство позиций в каждой тройке финалистов. Европейская часть России представлена Подмосковьем, Ставропольским краем и нашим регионом. Более подробно о том, как проходила церемония награждения финалистов, мы расскажем в наших выпусках завтра. Добавим, что в конкурсе, который проходил в Великом Новгороде, участвовало более 200 работ. Этап ТЭФИ-регион по направлению информационное телевещание был организован при поддержке правительства Новгородской области агентства информационных коммуникаций.